завершили зигелевские чтения, мы прошли в торговый центр, дорогие друзья. И вот люди, которые познакомились, объединились благодаря глобальной волне, благодаря высокой поставленной цели. И вот совместная агапия, как говорит Андрей Петрович Девятов из школы небополитики, происходит совместная агапия. А где двое или трое соберутся во имя мое, там и я с вами прибуду. Да, там любовь и гармония, созвучие, если сердца сонастроены на божественный камертон. Поэтому звучим чисто. Благодарю. Ну что, процесс объединения запущен, дорогие друзья. Люди слышат, о чем глобальная волна. Эфирное мировоззрение везде и всегда. Свобода эфира нам дана от рождения. Для каждого на всей планете, дорогие друзья. И золотой голос планеты Юрий Голд. Такой небольшой видеоотчет после мероприятия. Стоп, нет. Слушай, вот человек, который тоже, так сказать, в определенной теме, у него есть свои разработки, он тебе может рассказать много чего интересного. Да. Да, да, да. Все, что я делаю, он по высшей, самой высшей оценке оценивает. Согласен, готов снимать. Давай. Все, на этом пока стоп, снят, дорогие друзья.